В этом году в Новосибирске гриппом и простудой чаще заражаются жители Ленинского и Зайцовского районов. Врачи в поликлиниках и больницах по всему городу уже готовы принимать и лечить таких пациентов. На сегодняшний день все медицинские организации города Новосибирска к сезону готовы. То есть и обеспечены диагностическими системами. У нас определены лабораторные базы, где будет проводиться диагностика ОРВИ и гриппа и лечение. Также готовы медицинские организации принимать пациентов с осложнениями. Врачи рекомендуют не лечиться самостоятельно, а при первых симптомах обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Грипп может привести к серьезным осложнениям. Среди них пневмония, заболевания сердечно-сосудистой системы и почек. Специалисты советуют делать прививки против вируса, особенно детям и пожилым людям. Бесплатно получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства. Сделать прививку можно и в частных центрах. Врачи уверяют, даже если человек заболеет после вакцинации, то перенесет вирус легче и не получит осложнений. Пик эпидемии традиционно ждут в январе-феврале, поэтому вакцинацию лучше провести до ноября, чтобы иммунитет мог справляться с болезнью. Большой акцент традиционно мы делаем в осенний период на прививочную кампанию. Мы уже объявляли в конце августа и говорили, что планы амбициозные, они ежегодно с каждым годом нарастают. То есть планируется привить более 50% населения, это достаточно высокий показатель, и на уровне Российской Федерации мы входим в число лидеров, там в число 10-11 регионов, которые имеют такие показатели. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.